хороший куль. Видите, я уже понял наконечником. И мои продикты. Я не вижу. Я пишу только. То же самое сверху. Наверное, уже поделим кому-то. Ладно, пиши, мы сейчас запишем. Правый карман спортивной куртки. Согласно заключению, представленные на экспертизу вещества являются наркотическим средством карфентанил. В отношении подозреваемого отдела номер 1 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи Уголовного кодекса «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.